С начала года экстренные службы региона довели до населения 78 СМС-сообщений. 10 из них – это штормовые предупреждения и 67 по закрытию дорог. 7 февраля в Каратабинском районе в снежных заносах остались 3 бортовые «Газели». В них находились 7 человек, четверо из которых оказались гражданами Российской Федерации. Спасатели вызвали транспорт из сугробов. На автодороге Аксай-Чингерлов в снежном заторе остались единицы техники. Это приблизительно 65 единиц техники, где вся единица техники была отбуксирована, и они продолжили свой путь. В этом снежном заносе у нас спасено было 80 человек. Также с начала года из снежных буранов было спасено 309 человек, эвакуировано 167 человек и отбуксировано 231 единиц техники. Спасатели призывают граждан обращать внимание на СМС-сообщения и соблюдать меры предосторожности при выезде за пределы населенных пунктов. Погодные условия в этом году непредсказуемы. В выходные дни погода нашей области будет под влиянием высокого давления. Погода ожидается без осадков, местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха понизится ночью от 15 до 20 мороза, местами до 25 градусов мороза, днем 8-12 мороза. В случае внештатных ситуаций звоните по телефонам 101 и 112. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42.